Ребята, всем привет! Мы с вами кушаем сегодня самые вкусные роллы. Да. Если честно, я хотела заказать доставку из Достоевского, но, к сожалению, они до меня не доставляют. Поэтому сейчас я все здесь разложу, и будет магия. Ребята, во-первых, я хочу все при вас сейчас открыть и показать вообще, какая красота. Я хотела заказать роллы, в общем, из Достоевского. Они до меня не доставляют. И, кстати говоря, я рада, потому что мы с ним будем есть реально вкусные роллы. Все-таки я, как уже опытный человечек, да, посмотрите, красота. Как уже опытный человечек в роллах, я могу сказать, что у Галича реально вкусные роллы. Я не знаю, вы говорите мне, попробуй Катя Блюфин, но, ребят, Блюфин стоит очень дорого. Типа там 5 тысяч, 7 тысяч сеты. Мне кажется, это неоправданно. Вот. Ну, в общем, я обязательно попробую. Но пока что, вот, то, честно, лучше роллов, чем эти, я не ела. А, давайте я сейчас все разложу. И будем есть. Я голодная, мягко говоря. Все, поэтому сейчас включусь. Фух. Ребят, как обещала, я ведь обещала, объявляем победителей конкурса. Вот они, девочки, напишите мне, пожалуйста. Я все делала по-честному, добавила всех участников в Excel, там все, в общем, по-настоящему заморочилась. Вот, поэтому поздравляю, девчонки, напишите, пожалуйста, мне вашу почту, либо ваш Telegram, либо ваши вообще контакты для связи, и я с вами свяжусь. Вот, и обсудим, где вы заберете выигрыш, куда вам отправить. Так, ну что, ребят, посмотрите, во-первых, какая красота, да? Давайте, пока я тут все наливаю, вы посмотрите. Все цены я напишу, но знаете, что хочу сказать? Сейчас у них акция действует на первый заказ, 20% скидка в приложении. Вот, поэтому я заказала все по достаточно приятной цене. Ох, ребят, я роллы не ела 1000 лет, 1000 лет. Так. Кстати, в Телеграме я тоже уже озвучила победителей. А в целом я решила, что у меня будет, знаете, постоянно какие-то конкурсы в декабре перед Новым годом. Вот, поэтому подписывайтесь в Телеграм, я там разыграю подписки Телеграм премиум. Вот, поэтому в следующем, знаете, каждый ролик я буду какие-то призы делать. Вот, поэтому, кому хочется Telegram премиум, заходите ко мне, подписывайтесь, и, может быть, выиграете именно вы. Давайте попробуем, мне холодное вообще. У меня опять, знаете, кто-то, а именно мои соседи, мешают нам. Ну, хорошо, что нет, хотя бы дрели. В тот раз, я помню, прямо они дрелили очень сильно. Помните, я когда делала обзор, вот эти роллы мне очень понравились. Это с белой рыбой. Или с белой рыбы, или как-то она называется. По-моему, белая рыба, пармезан. Очень вкусно. Но, ребята, я вам честно скажу, это... Ну, я не ела лучше роллов. Потому что у меня были обзоры, это все не то. Это самый вкусный ролл. Это правда. Попробуйте. Ребят, можно реально. Ну, не знаю, короче, не стоит практически так же, как и везде сейчас. Но по качеству топ. Мне многие просили, Катя, давай видео про поболтать. Ребят, сегодня мы с вами болтаем. Мои девчонки спрашивали вопросы про первое свидание и так далее. Ребят, я вам хочу сказать, какой раз. Я не хожу на свидание, я замужем. И да, тоже там были такие споры. Она замужем, она не замужем, она не может быть замужем. Нет, она точно замужем. Да, ребят, я замужем. У меня есть муж, мы в отношениях уже почти 8,5 лет. Вот. Вот так. Так что не спорьте. Ой. Это ролл с угрём. Про свидание. Ну что, каждый как хочет, так и ведет себя на свиданиях.
Не заморачивайтесь, будьте самими собой. Ой, очень вкусно. Вот это, по-моему, стоит 1000 рублей. Как я поняла, что мой муж тот самый? Не знаю, просто я когда его увидела, знаете, как было? Это как раз тоже вот вопрос девчонки задавали. Когда я увидела, он мне очень понравился. Я помню, что я прям такая, вау, какой красивый. Ну вот, видимо, это и было тем самым. Не знаю, прям, знаете, как это было? То есть было много людей, и когда я увидела его, ну как будто бы других людей не стало существовать. Он был в центре моего внимания. Вот, поэтому я поняла, что он тот самый, что мне он очень понравился. О, ребят, давайте попробуем вот этот. Это какой-то тоже интересненький. Тут, кстати, не сказать, что прям очень толстая рыба. Но видите, что и риса, как бы и риса немного, и начинка есть. Нежнятина. Мед, медятина. Ребят. Какие красные флаги для меня на первом свидании. Могу так сказать. Знаете, для тебя красный флаг, а для кого-то это будет круто оказаться. Каждому сапогу, как пишется, как говорится. Короче, каждому сапогу своя пара найдется. Поэтому, не знаю, для меня, я не знаю. Если человек нравится, если человек не нравится, все. У всех по-разному. Господи, считаешь ли ты нормально целоваться на первом свидании? Ребят, все нормально, делайте, что хочешь. Понимаете, у каждого свои, как бы, нормы. Для меня, не знаю, нормально. Ну, немножко, да, тут девочка спрашивала, такие вопросы я ответила. Вот так вообще было много вопросов про мужа, все хотят знать, как познакомиться, какие у нас отношения. У нас хорошие отношения, мы... Ну, я стараюсь не пилить его. Он такой очень спокойный сам по себе человек. Я, наоборот, эмоциональная. Ну, вместе... Не знаю, нам нравится друг с другом время проводить вместе, это очень важно. Знаете, важно, что ты не притворяешься. И вообще для меня сейчас вот муж – это тот человек, с кем мне комфортно находиться длительное время. То есть мы настолько синхронизировались, что нам классно вместе, и мы не устаем друг от друга. Мы не думаем, о чем поговорить. Ну, мы просто находимся вместе, нам комфортно. Я считаю, это очень важно. У меня вообще сейчас был такой момент, буквально на днях, он меня, кстати, тоже очень поддержал. Мне прям, знаете, мне как-то, как будто я опять разочаровалась в съемке и во всем вот этом. Ну, вы понимаете, что такое бывает. И вообще наш мозг все обесценивает постоянно. Типа, нам нужно что-то новенькое и так далее. То есть, я думаю, вот, у меня не получается, наверное. Там, у меня не так много подписчиков, как бы я хотела. Ну и так далее, знаете, такое. Хочется сдаться. И я даже думаю, что вообще надо перестать этим заниматься, начать заниматься там дизайном и двигаться только в этом направлении, чтобы не растрачивать себя впустую, да. Но сейчас... Я понимаю, что, ну, нет, наверное, надо продолжать, да, там, долбить эту тему. Потому что я столько много этому времени уделила и уделяю. Я стараюсь. Не все сразу, да, приходит. Поэтому он меня очень хорошо поддержал в этот момент. Не стал говорить, да, все, фигня, там, бросай. Нет, наоборот, сказал, что ты что, у тебя здорово получается, все круто, все классно, продолжай, все получится. И это, на самом деле, тоже очень важно. Когда
вы знаете, человек, ну, может в такие моменты подставить свое плечо, да, потому что иногда это нужно. Потому что без этого можно все бросить, уйти, закрыться. Вот. Тут у меня, знаете, еще какая была мысль на днях, что у меня вообще... Я уже об этом говорила, что у меня мало друзей. Ну, как-то я то ли, знаете, я как будто со всеми людьми, с которыми я там встречаюсь на пути на своем, я как будто специально с ними разрываю отношения. Я не знаю, почему так. Именно по дружбе. Не знаю, как объяснить. Я как будто не умею дружить, знаете? Я как будто бы не имею толерантности к другим часто. Хотя я супер толерантная себя считаю. Но иногда мне легче сказать, блин, да все. Ну, как-то... Понимаете, чтобы именно качественно дружить... Ну, вообще дружить очень сложно. Знаете, говорят, что... не знаю. Вот ты в детском саду, там в школе с кем-то общаешься, все, вы друзья. Но фактически нет, друзья, знаете, вот проверяют, ну, проверяются действительно. Ну, то есть нельзя просто так стать другом. И, в общем, я понимаю, что у меня вот сейчас с ходом времени, ну, нет друзей. И то есть, ну, как бы это есть там буквально пару человек, и все. Конечно, хотелось бы, знаете, чтобы это было как вот в фильмах. У тебя там куча друзей. Но меня часто люди вообще раздражают. Именно как люди мыслят, зацикливаются на каких-то пустяках. Для меня, для них это не пустяки, для меня это пустяки. Я вот как бы не могу, понимаете, так. Я понимаю, что человек не мой, и, ну, перестаю с ним общаться. Ну, может быть, так у всех, и это нормально. Не знаю, держите ли вы людей около себя, которые, ну, не сказать, что прям ваши. О, я же тут была у психолога, тоже мне рассказывала. Была у психолога, у нового уже. Мне девочка написала комментарий, попробуй сходить к мужчине, к психологу. Так как для женщины предпочтительно проходить, ну, вот эту практику с мужчиной, а для мужчины – женщиной. Ну, я подумала, может быть. И пошла. Ну, знаете, я там стала высказываться, и мне... Ну, я высказалась, там много чего рассказала опять. И мне психолог говорит, видимо, у тебя слишком много свободного времени об этом думать. Я такая, что? Он говорит, ну, вот так. Типа, у тебя есть время это сидеть и обдумывать, ну, какие-то, знаете, прошлые события. Я подумала, в принципе, может быть, он и прав. Потому что я, когда работала на пятидневке, ну, меньше задумывалась, знаете, о всяких вещах, которые неприятные. А сейчас, когда у меня такой свободный график, есть возможность погрустить. Ну и получается, что... Ну как бы, знаете, типа жвачка для мозгов. Какие-то там, вот, что мне было грустно в жизни. Мне понравилась, в принципе, эта логика. Вот, и... Ну то есть я немножко по-другому вообще переосмыслила для себя психолога. Я думала, знаете... К психологу надо идти и вываливать все обиды свои. А факту нет. К психологу, знаете как, ты идешь с конкретной задачей. Допустим, не то, что там меня обижали, били там или еще что-то. Ты говоришь, у меня
не получается, допустим, зарабатывать деньги, как вариант. Я там делаю то-то-то-то-то, но мне не выходит. Я чувствую, что мне там не хватает коммуникативных навыков, допустим. И все, и вы начинаете копать эту тему. Потом оказывается, что у тебя там все с коммуникацией в порядке, а у тебя там другое вообще. И понимая вообще, да, что происходит, ты меняешься, и твоя проблема решается. Это вот как пример. Это то, что я поняла после вот этого сеанса. У нас был один сеанс, и я просто не могу к нему больше записаться, потому что у меня нет свободного времени. Я это все говорю своему мужу. Говорю, вот так и так. Он говорит, я же тебе это говорил. То есть, понимаете? А он мне правда что такое говорил, что типа у тебя все в порядке, ты просто заморачиваешься. Поэтому, ребят, если вам плохо, у вас какие-то грустные мысли, подумайте вообще, а на то ли вы тратите свое время, размышляя о том, что было плохо когда-то, кто-то вам что-то сказал, что-то сделал, либо, может быть, нужно чем-то заняться другим. Мозг просто занять чем-то другим. В общем, сегодня я решила повториться. Вот, я, кстати, заказала только вот этот ролл, я не помню, вот это мы пробовали или нет. Ну, именно повторяющийся. Что мне он очень понравился, но в этот раз мне понравился вот этот. Ну, ребят, он, я не помню, он, по-моему, 1000 рублей стоит. Конечно, цены. Да. Вкусно. Подарочки всем отправлю. Заходите в Телеграм. Делаю там розыгрыш Телеграм премиум. Мне кажется, тоже прикольно, да? Мне нравится Телеграм премиум. Но у меня, я не всегда им пользуюсь, у меня то он есть, а нет. Все можно просто купить на год и не париться. Но это не про меня. Я экономлю. Ребят, я вроде как наелась, но вроде нет. Ну, как бы тут представьте, что здесь по 6 штучек. Ну, это просто очень вкусно. Ну, очень. Видите, сколько начиночки? Вот эта шапочка сверху. Гастрономически. Я очень рада, что у меня не получилось заказать из Достоевского. Ну, потому что там бы было, знаете, как вот обычно в доставках. Хотя, допустим, здесь вот, я не помню, тут есть вот этот, по-моему, 700 рублей стоит. В Достоевском, я не помню, но там, ну, типа, цены 600, около 600 рублей за Филадельфию. То есть, фактически, добавить 200 рублей и заказать вот этот ролл. Ну, мне кажется, есть резон. Напишите, какие у вас любимые доставки. Потому что я голову сломала уже. Какие роллы еще попробовать? Не хочется пробовать, знаете, невкусные. То есть хотелось бы такую среднюю ценовую категорию, которая доступна многим. Просто, может быть, я что-то не знаю. И чтобы это было, ну, не знаю, сеть, не сеть. Может быть, и не сетевую, знаете, попробовать. Ну, что-то я наелась. Ну, много съела, да? Тут еще пармезан. Ну а так, в общем, у меня прям был, да, такой сейчас кризис по поводу съемки и вообще, ну, мне, кстати, очень нравится вот новый вот этот формат обзора. Я читаю, что вы скучаете, да, вот по таким видео, по простым, когда просто посидеть, поболтать. Поэтому будем делать так, ну и будем делать обзоры. Я хочу сделать на новогодние подарки. Я уже ему обещаю, да, новогодние подарки. А у меня даже ни одного никакого нет новогоднего декора.
Ну, ничего страшного. Скоро будет елочку поставим. Ну, знаете, вот тут, допустим, не очень много рыбы. Она, точнее, она есть, но она не толстый кусок. Вот, но от того, что, не знаю, и авокадо, и огурчик, и не очень много сливочного сыра. Знаете, бывает часто в Филадельфию, ну прям бахают этого сливочного сыра. Ты не можешь вообще это есть, потому что там один сливочный сыр, и он у тебя просто вот во рту, как кусок жира. Тут такого нет, и во всех роллах сливочный сыр есть, но он не перебивает вкус. Вот эти, допустим, вообще без сливочного сыра, и очень вкусные, нежные. Интересно, сколько я съела штук? Шестнадцать? Угу. Ну, наелась. У меня муж тоже приходит, это все пробует. И по его реакции, когда вот он их попробовал, эти роллы, он прям ему тоже очень понравилось. Мне вообще, знаете, наверное, по рейтингу лично моему, вот что бы я заказывала себе, ну, просто так вот, да, там, поесть вкусненько. На первом месте это, наверное, йоджи. Потом много лосося. Я еще хочу попробовать вайнот суши. Мне кажется, они тоже должны быть вкусные. И все, ребят. Ну, якитори вот я пробовала, мне не очень. Спейс суши. Ну, прикольно, но нет, цена и, ну, не соответствие есть некое в этом плане. Поэтому, то есть, вот йоджи, много лосося, ну, пока, наверное, представьте, все. Ну, вот, знаете, я еще заказывала из суши-стора, там дешевые роллы, там есть шапки, и там, вот, знаете, вот эта вот история цена-качество. Ну, нет, даже не так. Ну или так, да. То есть ты не переплачиваешь ничего там. Там, в принципе, есть и большие роллы, где много рыбы. Они там стоят что-то в районе 600-650 рублей. Типа премиум XXL у них меню есть. А есть вот такие вот обычные, и которые там, ну не знаю, по 350 рублей штучка. Да, там 6 штучек. Если обратите внимание, я очень часто раньше их заказывала. Ну, потому что они просто выгодные. И, ну, когда ты там снимаешь много роллов, они эффектно выглядят, да, потому что их много, и они такое, ну, как бы нормальное качество и цена. Но сейчас, как бы, я, знаете, ищу для себя какие-то новые места, открываю. Кстати, можно попробовать Sushi Store будет в следующий раз. Ну, знаете, как обновить, потому что я очень давно не ела их. Да, попробовать, понравится, не понравится. Немножко так вот, хоп. Ох, ребятки, я все, в принципе, наелась. Вопрос, кто до конца досматривает видео? Напишите, пожалуйста. Просто, знаете, я иногда, когда монтирую, я думаю, блин, да я нарежу эту болтовню, никто не смотрит. А может, кто-то и смотрит. Потому что я, когда, ну, смотрю какие-то такие влоги, блоги, мне нравится, знаете, я обычно... Вот как я смотрю, допустим, мукбанги даже те самые. Я лежу в кровати чаще всего перед сном, или просто я там пришла откуда-то устала, я врубаю мукбанг и вот лежу и просто слушаю там, ну вот так, залипаю. Поэтому для меня как бы еда важна, ну и разговор тоже важен. И, знаете, важен человек, должно быть приятно. Не знаю, мне кажется, я достаточно приятная, в принципе, да, вот когда... Но, ребят, я не могу сама свои видео смотреть. То есть я его монтирую, все делаю. Все, я его выложила, я не хочу пересматривать. Мне плохо становится, когда я пересматриваю свои видео. Ну, то есть... Тоже, кстати, я это психологу озвучила, он такой, вы стесняетесь? Я говорю, ну да, наверное. Ну, не то, что это стесняет, просто какая-то неловкость есть. Может быть, если бы, знаете, там у меня были какие-то такие видео, что там супер какой-то был контент, да. А я просто сижу, болтаю, я... Короче, какие-то... Я, знаете, начинаю подмечать недостатки в себе. Вот, поэтому... Тоже вот с этим нужно, да, поработать. Вот с этим ты приходишь, с таким запросом. Как мне научиться пересматривать свои ролики и не критиковать, не уничтожать себя. Да, там постоянно. Вот. Вот так.
В принципе, все. Так что пойду к психологу. Кстати, посмотрю, может, у него запись есть. Ребят, сейчас закончится, мне кажется, наша съемка. Мне, знаете, что еще бесит? Что у меня мало памяти на камере. Надо новую флешку купить. На 1 терабайт, наверное, не знаю. Чтобы можно было просто 40 минут, да? Смотрели бы 40 минут. Такого. Легкий формат для мозга. Ладно, ребят. Сейчас все отключится. Я вас целую, обнимаю. Следующее видео будет обзорное. Ждите. Пожалуйста, ждите. Лайкайте это, подписывайтесь, чтобы я не расстраивалась и снимала дальше контент. Вот. Вот так. Вот так. Завтра есть на 3 часа дня. Запишусь. Все, ребят, я объелась. Пока. Ну ладно. Давайте пока не выключится. Если выключится сейчас, то и вы выключайтесь. Ладно. Все. Всем пока.